Вера – это вообще основное. Я считаю, что без веры человек абсолютно пуст, нечем наполняться. Вера – это источник света, и вера может быть только полной. Если нету полноты, как бы, зачем тогда молиться, да? То есть ты молишься, и если твои ожидания не оправдались, ты говоришь, вот я так и знал, там, и так далее. То есть нет смысла тогда. Это не вера, это просто, это только, сущность человека.